Дорогие друзья, с вами Елена, Прибалтика, Калининград. И хочу вам сказать, у многих дачников, конечно, есть вопрос, сажать сидират или не сажать сидират. Некоторые говорят, что это бесполезное дело, другие, наоборот, к этому относятся очень трепетно. И я вам также хочу сказать, вот у меня здесь была грядка с помидорами. Конечно, помидоры очень много требуют всяких микроэлементов. Естественно, что они из земли, можно сказать, вытащили все, что им нужно. И, конечно, скудная земля. Теплица, она есть теплица. На следующий год тоже здесь будут помидоры. Ну или перцы. Но разницы особой нет, потому что все равно грунт стал бедным. И для того, чтобы посадить сидират, и он принес огромную пользу, друзья, надо сделать правильно. Во-первых, я хочу вам сказать, никогда не перекапывайте сидираты. Никогда. И доведите их сантиметров до 30, до цветения. Вот. И просто вот поломайте. Сейчас я вам покажу, что я сделала. У меня другая половина. Вот. Я просто сверху накидала соломой. Для чего это сделано было? Для того, чтобы, во-первых, я вам хочу сказать, корни еще работают. То есть я просто вот повалила вот нашу горчицу. Это может даже не горчица быть. Это может любой сидират. Вот здесь у меня, по-моему, горох, вика, фацелия. Это еще чуть попозже было сделано. А вот сегодня я также продолжу делать сверху, просто насыплю соломы. Все, корни работают. Они разрыхляют грунт, дают питание. А я вам сейчас еще подскажу, почему питание дают. Да потому что, друзья, горчица, когда начинает цвести, она начинает из земли, можно сказать, брать все микроэлементы, все, что еще осталось, и то, что она сама дала корневой системой, чтобы, конечно, она цвет. Потом, чтобы отцвела, она дала семена. То есть это, как можно сказать, ну, закон природы. То есть сейчас она дает нашему грунту, нашему земли всевозможные, даже наращивает гумусный слой. Так зачем нам вот перекапывать? Да, оно, конечно, там будет перепревать, может, какой-то азот. А здесь у вас, я вам хочу сказать, я потом ничего не делаю. Я вот просто весной приношу рассаду, раздвигаю, земля рыхлая, земля мягкая, потому что корневая система очень хорошо поработала. Да, будут морозы какие-то, конечно, она там тоже подгниет. Но вы представляете, это такой будет запас, во-первых, азотных удобрений. Во-первых, это будут микроэлементы, это калий, магний, которые находятся в корневой системе до цветения. Опять вот тут даже у меня там какие-то бобы были брошены. Все только до цветения. И никогда, потому что суть посадки сидиратов – это разрыхление ихними корнями нашего грунта, потому что земля у нас тоже не есть хорошая, вот хочу вам сказать. По сути дела, она глинистая у нас здесь в Прибалтике. Конечно, тоже беда. Это у нас не Украина, где чернозем, который, наверное, переехал в Америку уже. Где-то чернозем лежит под ногами. Нам надо за это бороться. И вот эти сидираты нам, конечно, очень помогут. Так что я вас все призываю. Вот как вы увидите, что сидират, даже пусть 20 сантиметров он вырос. Я сейчас говорю про теплицу. Все, начинаем ложить. Или просто немножко примнем. Можете даже оставить. Если вы поняли, что скоро у вас заморозки. Естественно, цвести сидираты не будут. Вот они просто не успевают. Все, оставляйте. Во-первых, земля будет сверху замульчированная. Не будет никакой эрозии почвы. И не будет никакого вымерзания почвы. А как работают червяки? Черви. Вот я просто хочу вам сказать. Вы не узнаете... Потом, во-первых, я хочу сказать, не то, что не узнаете. Узнаете, конечно, что ваши томаты просто будут или перцы благодарны, там даже огурцы, я уже, что вы там садите в теплицу. И я просто хочу сказать, что благодаря вот этой корневой системе, она очень глубокая, она разрыхлит вам почву. Даст хоть маленький, но гумусный слой. То есть вот немножко, как бы можно сказать, черноземчику от этого сидирата будет большая.
Так что ни в коем случае не перекапываем, а только как приминаем ее, или можно просто лопатой перерубить. Так что вот посадка сидиратов, главное заключается в том, что ни в коем случае не перекапывать.